Уважаемые заказчики, всем огромный привет. Это ЖК «Айди в Мурино», а я выполнил облицовку кухонного фартука керамогранитной плитой китайского производства. Толщина у данной плиты 10,3 мм, размер 60 на 1,20 м. Но так как у нас фартук высотой 80 см, поэтому мы приняли решение с заказчиком располагать плиты вертикально, подпиливая их по высоте. У нас было всего три упаковки. В двух из них рисунок вот такой был. И в третьей упаковке рисунок с таким принтом. Поэтому приняли решение не чередовать, не еще что-то делать, как-то комбинировать, а именно вот так расположить фартук. И у нас не было еще дополнительной плиты, поэтому в эту сторону мы решили сделать такую подрезочку вниз, потому что здесь будет стоять кофемашина, и эту подрезку никогда будет не видно. Получилось достаточно, как по мне, здорово. Практически, если бы я вам не сказал, вы, наверное, бы и не увидели эту подрезку. Все швы заполнены 113-м герметиком. Это от компании Мапей. Он больше всего сюда подошел по цвету. Плитка установлена за подлицо с бортиком столешницы и тоже герметиком пройден шов. Также я устанавливал здесь механизмы розеток. Обращайтесь ко мне, к Дмитрию Борисову, выполню качественную облицовку кухонного фартука в Санкт-Петербурге и вам. Всем спасибо за просмотры, до новых встреч!